Перед вами одна из главных достопримечательностей Бомбея. Вот этот чудной дом, это самый дорогой частный дом в мире. Его цена сейчас составляет больше 2 миллиардов долларов. И он принадлежит индийскому миллиардеру, который занимается нефтеперерабатывающей промышленностью. Первые 6 этажей дома – это всего лишь стоянка для его личных автомобилей. Потом идет разные этажи для обслуживающего персонала, несколько этажей для гостей. И последние несколько этажей – это этажи для его семьи. И этот дом считается по праву самым высоким частным домом в мире и самым дорогим домом в мире, где проживает всего лишь одна семья. Даже очень богатому человеку пришлось построить дом именно такой формы, узкий и очень высокий, потому что на побережье Бомбея земля поистине на цену золота. Поэтому он купил небольшой участок, но чтобы решить все свои бытовые проблемы, ему пришлось построить такой огромной высоты частный дом.